Всем привет! Сегодня играем матч с тренером чемпиона мира Магнусом. Соперника зовут Питер Хайне Нильсен. Серьезный соперник. Довольно опытный. В свое время было 2700, насколько я понимаю. Но он давно не играл, так что ожидается боевой матч. И, надеюсь, удастся победить. Особо... Не готовился, честно говоря, так чтобы импровизировать. Ну, пока начнем с такого варианта. Посмотрим, что у него там на уме будет. Пока выходит какой-то ферзевый в славянку. Очевидно, хочет что-то поострее. Но мы пока поострее не готовы, поэтому играем немножко попроще. Переходим в ферзевый. И уже я, честно говоря, перепутал порядок ходов. То есть ферзь c2, здесь g6, допускаю слон f5, поэтому ничего у меня здесь особо нету. Но сделаю вид, что так все и задумано. Теперь где-то у меня появляется идея слон h6, может быть, пойти. То есть у меня допускает аж слон h6, теперь, скорее всего, будет он длинную уходить. Есть у меня такое ощущение. Ну или вот так вот тоже можно, да. Теперь придется меняться и допускать этот переход короля на g7. То есть ничего здесь, конечно, у меня особо нету, но позиция как позиция, примерно равная. Ферзь единственное, что у меня не очень удачно стоит. Но теперь у него два коня тоже на e4 смотрят, поэтому попробуем эту атаку типичную пешечного меньшинства провести. Может, что-то из этого выйдет. Теперь, если он бьет... Мы будем бить b и атаковать пешку на b7. Немножко я просел по времени, правда, но надеюсь, это не критично. Так, тут я немножко зевнул, конечно, на f2, но вроде бы сразу не проигрываю. Но он довольно быстро ходит, что несколько удивительно. То есть, как будто... Позиция у него уже выиграна, хотя мне кажется, что я пока не совсем понимаю, что он тут, собственно, хочет. Ага, король g1, ладья e2 я зеваю, поэтому надо как-то укрепиться. И укрепимся мы ходом. Ферзь d2, может быть, пока, да. То есть мы отдаем эту пешку, а, правда, еще на b4 я зеваю. То есть теперь может съесть, пойти ладья d4, на b4 еще висит. Но, по крайней мере, мы мат не получим, и потом мы можем как-то пойти... Ага, он сразу бьет. Ну, это его клади, потому что я шахом беру. И теперь, да, я подозреваю, что он просто должен сдаться. Поэтому начало хорошее. И теперь мне надо его еще раз этим вызвать. Да. Ну, позиция 2, не думаю, пошел довольно... Занимательно. В том плане, что неочевидная совершенно жертва, а он потратил на нее примерно меньше 2 секунд. Так, а я опять белыми, это нормально? Ну, не знаю. Давайте сделаем вид, что так и должно быть, но хотя, по идее, не должно быть, мне кажется. Ну, попробуем с этой стороны теперь зайти, там он, очевидно, что-то подготовил. Здесь он, видимо, планирует какой-то гринфильд сыграть, но мы так не планируем играть. Пойдем d3. Позиция, конечно, совершенно без претензий, у белых на особый перевес, но вот эта пешка на c6, она немножко ослабляет черные поля, то есть теперь можем попытаться как-то зайти конем, допустим, на d6. Скорее всего, он должен как-то этому препятствовать. С другой стороны, на слоне e6 у нас есть теперь конь g5. f3, и вроде бы все должно быть у нас хорошо. Следующий конь c4, и выглядит очень-очень опасно. Теперь слон e3, еще на c5 хочу зайти. Ну, это нам не страшно, уходим просто. Теперь, так, конь f5 уходит. b6, конь d6, тоже b6. Пока пойду слон f1. Не знаю, куда мне коня ставить. Теперь a4.
Начинаем прессовать на ферзевом фланге. Пока ничего конкретного нету, поэтому коня еще этого подведем. Опять он ходит b5. То есть, да, сейчас какие-то будут пытаться размен, наверное, провести. Но теперь конь d6, где-то у меня конь b7 идея появляется. Сидел ладья d2, я хочу пойти. И сдвоиться, и с этим конем как-то его поднапрячь. Ну, позиция у меня, конечно, должна быть с большим перевесом. Здесь все-таки у меня намного все активнее стоит. Слон c4 еще сильный ход. Где-то, конечно, я хочу съесть на e6, и этот конь будет без защиты. Потом еще на e5 пешка будет провисать. Ну, позиция, конечно, тяжелейшая должна быть у него здесь. Теперь, да, конем должен ходить. А, еще на b6 висит. Ну, в общем, какой-то развал, по идее, но он что-то нашел. Какую-то тактическую возможность. Так, ну теперь, ну пока пойдем конь a5, наверное, чтобы бить bc, там еще на b2 провисает, пока так пойдем. И сделаю вид, что так и задумано, хотя, конечно, это уже не так все радужно выглядит, как могло бы быть. Так, пойду, ну, конь d3 еще до коня подведу, на e5 нападу. Ну, эту пешку я отдал, с другой стороны, e5, на b2, да, там что-то не ясно, пока защищу на b2, висит на e5, еще где-то конь b4 хочу пойти, я, конечно, тут явно что-то не то сделал, но позиция остается довольно приятной, я не знаю, зачем эту пешку отдал на e5, мне кажется, ее можно было защитить. Теперь у меня все-таки намного активнее все фигуры стоят, ну и какая-то тактика, может, должна быть. Так, я d7 на b2 зеваю. Поэтому пока пойду конь d7. То есть, может быть, конь f6, слон d4 еще идеи какие-то у меня появляются. Позиция, конечно, все равно у него дико неприятная должна быть. Но конкретно я ничего не вижу. Слон d4, наверное, слон g7 пойдет. Но там даже конь f6 все равно у меня, конечно, должен быть большой перевес. То есть, если он бьет, потом по восьмому ряду у него остаются там серьезные проблемы. Вот это интересно, то есть он даже не реагирует на мои какие-то потуги здесь. Да. Может быть, кстати, и правильно делает, потому что особо у меня отскоков никаких нету. Так, ну сейчас проверим, что он здесь хочет, и попробуем как-то конем тут попрыгать. Но очевидно, что перевес я, конечно, выпустил, эта пешка на b2 еще сильно напрягает. Вот этот ход мне не нравится с его стороны, потому что конь меня очень напрягал, там, а теперь у меня какие-то идеи есть, типа конь d7, ладья d5, сейчас еще конь b6, может быть. Ну, это он зевнул, я думаю, да, здесь у меня уже должно быть снова большой перевес. Ну, так, это очередной какой-то у него, ладья c5, видимо. Ну, ладно, что-то не могу посчитать, пока просто пешку заберу. Так, конечно, забрали. Ну, это должно, конечно, совсем выиграно. Осталось только флаг не уронить. Сейчас надо ускоряться немножко. Так, ладья 1 ходим. Ну, я просто сдался, да, не стал мне флаг рубить. Но партия, конечно, низкого качества довольно. И по идее, сейчас я должен черным играть уже. Так. Да, ну, все по-честному. Начало хорошее, но качество игры, конечно, особенно во второй партии, просто оставляет желать лучшего, прямо скажем. Вот, но сказывается, видимо, то, что он 100 лет не играл уже, и особо наигрышего у него нет. Я-то все-таки периодически играю, но первый раз в таком формате. Как-то играешь и комментируешь одновременно, то есть немножко теряется контроль на позиции. Да, эта система сейчас очень модная и довольно неприятная, неожиданно. То есть идея такая, что в эндшпиле там переходить не особо хочется, но вроде здесь именно так не играют. По-моему, надо конец стрелять, надо 2 стрелять, то есть e5, теперь у меня, по идее, просто хороший каракан получается. То есть слон на g6 у меня, ну, ничего с ним не будет, я всегда могу пойти h4, h5. Вот, и, ну, развиваю в стиле типичного такого таракана. H5, кстати, после того, как он рокировку сделал, теперь мне выгодно. Ну, G5 я всегда коня на E5 поставлю, а здесь у меня уже какая-то будет контра по линии H всегда.
Позиция выглядит довольно перспективно, как мне кажется. Ну, то есть его задача как-то убрать все фигуры с линии F и пусть попытаться F4 F5 пойти, но это займет очень много времени, и вряд ли что-то из этого получится. Так, C4 он просто DC пока бьет. Ну, наверное, пока попробуем в длинную уйти, там посмотрим, что по боевее было. То есть пешку я забираю. Теперь важно, что у меня слон контролирует эту диагональ, то есть ладья не выходит. Ну, пока король B8 всегда полезно. Конь C4 сейчас следующий ход, если даст. То есть, наверное, конь D2 ему надо пойти, чтобы не дать на... Но я пока... А, вот теперь он хочет F4, F5, наверное, пойти. Поэтому король A8, чтобы не было никаких там по линии заходов. Так, ну позиция у меня, конечно, похуже здесь. Что-то я опять не то сделал. Опять конь C8. Теперь попробуем коня на B5 перевести. C4, да, есть такой ход. Но пока особо ничего не грозит, насколько я понимаю. Можно как-то попробовать свою контр-игру с этой стороны. А, тут я зевнул конь c5 еще, да, ну что-то совсем сильно. Не мой день, прямо скажем. Пока обратно уйдем. CDED, ну важно, что, опять-таки, на b1 он ничего пока не может поставить. И здесь, в принципе, еще позиция пока живая. Ну, теперь, наверное, конь c5 пойдет, но я планирую... А, на d4 там висит, так что пока конь c5 не может пойти. Вот. Теперь конь b5, опять-таки, к этой пешке привязался. Где-то конь b4, конь c2 еще сейчас, может, пойду. Да, вот этот ход, конечно, сильный, но здесь, наверное, могу пока я пойти f5. Съев слон f6, еще на d4 напал, а иначе... Да, ну как-то так ему надо пойти. Но теперь я отдал линию b, конечно, но с другой стороны у меня теперь не висит, все эти пешки не висят. Пока слон e6, чтобы нигде e6 не было. Так, ну вот это он зевнул точно, конь b4. Я и так собирался пойти в какой-то момент. Но пока вроде ничего решающего нет. Хотя конь c2 и потом конь c3, наверное. Еще ферзь e2 тоже, видимо, зевнул. Серьезный довольно. Вот. Качество мы тут забираем. Ну, должна быть хорошая позиция. Просто качество лишнее, по идее. Хотя, конечно, компенсация какая-то есть. Сейчас он попытается конем на c5 выскочить. Но мы, наверное, пойдем как-то вот так. Ладья c3, то есть у нас конь c5 я бью и конь c6 хожу. И вроде бы никакой особо активной игры с его стороны нет. Ладья c4, напал на f4, я еще конь d4 проконтролировал, чтобы не было. Вот. Теперь... Пока пойду ладья d8, может быть d4 попробую провести. Да, он блокирует, но... Идея, ничего хорошего из этого не должно быть, потому что я еще здесь успеваю выскочить. То есть единственная у него идея активно, ладья b6, это ферзь b2 еще, может быть, сейчас пойдет. Но ферзь b2 пока ладья... Ладья d7 я хочу пойти. Так, а теперь... Хотелось бы, конечно, слон c6 перевести, чтобы точно ничего не было, но вроде как не успеваю. Ладно, пока ладья d7, чтобы ничего не висело. Вот, правда, теперь ладья b6, да, я зевнул, и какая-то начинается острота в очередной раз. Просто поразительно низкий уровень, честно говоря. Ну ладно, пока защитил, наверное, хотя там что-то будет. Может, пора в контру переходить какую-то, типа d4. А, попробуем. Без особых, конечно, удовольствия я это делаю, но надежда на то, что он что-нибудь тут сделает опять. Он может на А6 еще взять, за король Б8, потом я бью здесь. И ферзь D1, ферзь H5, как минимум, там какие-то вечные шахи у меня будут. Да, ферзь D1, а скорее всего даже мат, мне кажется. Ферзь H5. А вот этого я не видел, кстати. Но теперь я могу, наверное, что-то сделать. Ферзь H4, допустим. И следующий ход ладья D1. Ладья c2 тогда и ладья d1, но это победа, да. Ну, честно говоря, сложно тут что-то сказать, потому что партии просто в каждой партии все хуже и хуже становится, честно говоря, но пока удается побеждать. Так, ну здесь пойдем в стиле Магнуса. Наверняка они это все смотрели 100 раз, но... Идея интересная, сейчас Аронян так играет, d3, ферзь d2, пойдем. Посмотрим, что он тут придумает. Да, ферзь c5 есть такой ход, конь d5, ферзь d8.
Ну, ладно, пусть так пока сыграю, пойдем f4. То есть e6, конь c3, потом b3, слон b2, как-то такая идея. Ну, это, конечно, все баловство. По идее, у черных здесь вообще никаких проблем не должно быть, но сейчас довольно модная система и в целом вполне игровая. То есть, естественно, против секунданта Магнуса я не собираюсь тут в каких-то дебютных вариантах 17. Кстати, конь e4 был очень неприятный ход вместо конь f3. Я думаю, что там чуть ли не форсировано, я уже побеждал. Но ладно, может, он сейчас какой-нибудь a6 пойдет. Нет, a6 не пошел, к сожалению. Да, d5, конечно, неприятный ход. Теперь он хочет d4, потом конь f5 и залететь куда-то мне на e3. Поэтому я попробую побить. Если он бьет ed, я d4 хожу и коня на e5. Такая пока идея у меня. Тоже, конечно, ничего хорошего здесь у меня нет, но, по крайней мере, интересно. То есть разница в том, что я могу конем на e5 прыгнуть, а он пока на e4 ничего не может засунуть. И в этом плане какие-никакие перспективы у меня есть здесь в этой позиции. С другой стороны, да, на e3 теперь залетает, и опять я что-то, конечно, не то сделал. Так, ну конь e4, конь e3 грозит. Как ходить, не совсем понятно. Слон b7, ферзь b7. Да, ну, видимо, надо как-то укрепляться совсем. Некрасиво, типа такого. Теперь ферзь d3, а следующий ход пойду, чтобы заблокировать эту пешку. Ну и пытаться как-то укрепиться. Если ладья c1, ладья c2, ладья e2, может, что-нибудь в таком духе. Может быть, где-то g4, чтобы. Но он, конечно, должен f6 ходить в какой-то момент и пытаться все это подорвать. Да, сразу так и ходит. Еф, да, теперь следующий ход у него, скорее всего, конь e3. Ну, пока это вроде не смертельно. Но позиция в очередной раз, конечно, у меня отвратительная. То есть, мне кажется, здесь он опять что-то зевнул немножко. С королем на f6 вроде особо не разгуляешься. Ну и хуже у меня там не должно быть. То есть, ему, конечно, надо было ладью бить. Вот. Но здесь вопрос в том, могу ли я это как-то использовать. Но бить на. А, блин, он ферзь c7 сразу выиграл. Мне кажется, он идет d7. Но ферзь c был намного сильнее, но вроде пока у меня все равно здесь неплохая позиция. Я хочу ферзь c3 шах пойти и отъесть пешку, возможно. Ну и в целом, теперь ладейный эндшпиль у меня должно быть лучше. То есть он идет на этот эндшпиль, но он должен быть у меня лучше, потому что, скорее всего, я успею короля подвести и напасть на эту пешку. Или еще вариант ферзь c3 пойти и ладья e2, так тоже можно. Тогда ладья d3. Ну ладно, я пока съем, наверное. Да, пойду ладья e2, чтобы прикрыть второй ряд, и потом короля подведу на f3. Такой у меня план. Он должен где-то g5, наверное, пойти, но в целом позиция, наверное, ничейная где-то должна быть. То есть я не то немножко сделал, но ему, мне кажется. А, вот он, кстати, хороший план нашел. Теперь на короле f3 будет ладья f1 шах, но теперь на ладья f2 у меня король f3 снова есть. То есть вроде пешку я все-таки выигрываю. Но реализация, конечно, не самая простая будет. Съели, съели, съели. Пешка лишняя, да, ладья e3, король e3. И теперь будем как-то пытаться все это дело реализовать. Теперь ладья e7, может быть, где-то грозит. Не знаю, грозит ли на самом деле, нет. Вроде грозит, а почему нет? Теперь шах и. Да, и на А7 съели. Теперь две лишних просто. Но это уже должно быть относительно просто. Пришел ладья А6. Ну да, здесь, конечно, не должно возникнуть особых проблем. Грозит еще опять. Ой, вот это я, кстати, зевнул. Это я зевнул. Это я очень неприятно зевнул. Так, ладья c3 грозит, опять, король g2, ладья c3, король g2, король g4, ладья. Ну ладно, вроде пока можно так пойти, но это, конечно, такая реализация просто на уровне детского сада. Так, такого я вообще не видел. Теперь, может, так можно пойти. И на король g4 я шах даю, ладью на g5 перевожу. Поэтому должен, наверное, бить. Но там у меня две лишних, но пешка b, конечно, она опасная довольно. То есть надо будет там аккуратно все это делать. Но он идет на эту позицию. То есть я думал, конечно, ему нужно было короля активизировать. Так-то совсем безнадежно сейчас. Такую позицию даже я должен выиграть без особых проблем. Да, но он сдался. Ну, в очередной раз, конечно, комментарий излишний, как говорится.
Теперь попробуем стрингиску какую-нибудь. Ковать железо надо пока горячо. Короче, задача на эту партию ничего не зевнуть в один ход. Тогда мы должны победить, потому что, скорее всего, он что-нибудь зевнет. Судя по предыдущим партиям. Но играя слон g5, такого варианта я вообще не знаю, но... Хороший плюс стрингиска, что можно по-разному тут играть. И, наверное, у нас всегда будет похуже, но... Ничего особо серьезного. Но такой план в целом мне вообще не нравится. Отдавать этого слона, наверное, конечно, идея у него есть здесь какая-то, но в целом редко бывает, что это хорошо. Наверное, опять, кстати, я зря пошел, наверное, было 6, чтобы где-то проконтролировать поле b5. Ну, пока играем свою стандартную такую стратегическую атаку. Да, ну, слон d3, логично, в принципе. Теперь, наверное, ну пока слон d7, он делает полезный ход, я делаю полезный ход. f4, кстати, тоже заслуживает внимания, посмотреть, собственно, есть у него атака какая-то или нет. Ну ладно, а b пока. С ладья b1 минус в том, что теперь я хотя бы ладей могу куда-то залететь и сделать вид, что у меня какая-то серьезная инициатива здесь. Да, теперь... Вот теперь, кстати, есть интересный вариант, ладья c3, конь d5 и e4, но там ферзь b3 будет, наверное, поэтому я пока пойду... Пойду ферзь А8. Поборюсь за линию А. Конь Б5, в принципе, я съем, ничего страшного. Да, вот конь Д2, кстати, сильный ход. Теперь конь С4 еще грозит. То есть, видимо, мой план с ладья А3 оказался довольно неудачным. Теперь мне надо, видимо, бить и коня на Ф5 ставить, чтобы на Д6 хотя бы у меня там все не провисло. Ну и плюс ему не очень удобно бить. То есть, этим конем он не может, да, слоном, видимо, надо. Но тогда конь Ф5 и... Конь c4 я ушел пока. Ну, хотя материал равный, скажем так. Ну, боевая позиция. Скорее всего, у меня, конечно, хуже, но для блица сойдет. То есть пока непонятно совсем, не совсем понятно, какой план ему проводить. То есть он решил что-то тут отдать. То есть на dc, видимо, b6 последует. cb, конь b6, ферзь d8. Ну, малоприятная позиция, но пока не вижу, как проигрываю, поэтому сыграю так. Он может ладьей съесть, и у него, конечно, будет бешеная компенсация. Здесь еще на g6 напал. Но пока вроде держусь. Ну, допустим, король h7 пока защитил. В принципе, пешка лишняя, и если форсированно я здесь не проигрываю никак, то может быть не так уж и плохо у меня. Пока все защищено, не совсем понятно, что ему напасть. Если ферзь b1, он, видимо, ну, как-то хочет усилия давления на эту пешку, и на b7 еще усилил давление, потому что это, видимо, ход просто сильный. Где-то грозит g4, но пока это не очень серьезно. То есть, мне кажется, мне тут надо пешку отдавать и как-то в какую-то контру переходить. Другое дело, что не совсем понятно, как это делать. Ну ладно, за пешку b7 я цепляться здесь не буду. Пусть берет, и где-то я попытаюсь там ферзь g5 выскочить, что-то в таком духе устроить. Если он берет, я просто беру тоже. g4, конь h4, слон g6, король h8, то есть у меня там будет хорошая контр-игра. Вот, поэтому... Мне кажется, ему надо бить, да, и здесь я как-то скажу, типа, слон c8, такой у меня план был. Ну и... Дальше, правда, я не придумал, чем дальше делать. То есть он идет в эндшпиль. Эндшпиль, конечно, будет неприятно, но с другой стороны, теперь я могу коня на d6 поставить и... Следующий ход, наверное, слон f5 у меня, то есть позиция все еще неприятная, но мне кажется, у меня здесь хорошая контра есть. Ладья b8, то есть еще коня ему код надо уводить. На конь h4, скорее всего, я пойду c4, я думаю, ну и позиция как позиция, ничего страшного еще не произошло. Хотя у него какой-то ход ладья h6, да, есть, не самый очевидный, но с другой стороны, о чем он хочет, тоже непонятно. Конь d7, может быть, он хочет пойти. Да, ну... Так, надо как-то ускоряться потихоньку. Ну, а пока пойду h5, может слон h6, слон e3 как-то выскочу. На конь d7 я бью и слон e8, потом вроде все защитил. А может побить, правда, и слон g6 потом побить. Так, ну, h4 это ход какой-то неплотный. Теперь у меня выскакивает слон и... Какая-то серьезная контр-игра может появиться.
Секунд D7. Ну, пусть ладья F8 зеваю. Ладья B3 пока. С мата вроде нету. Контр намечается довольно серьезно. А мат, оказывается, есть. Это я зимнул. Ладья B7. Да, ну ладно, надо ускоряться уже. Тут особо не до комментариев. Наверное. Съел шах. Слон D4. Съел. Ладья C7. D4, следующий ход пойти, да, теперь так. Съел, я D6. D3. D2. Король F6. Король E5. И это должно быть выиграно, по идее. Да, ну счет, конечно, не сказать бы, что по игре, но с другой стороны, не самый быстрый оппонент. Попробуем Е4 начать. С этого что-то получится. Получше что-то. Еще, кстати, стоит отметить, что у меня мышки нет. То есть я играю с тачпада, но все равно удается как-то перекликать Питера, но... Так, теперь ход D6. Ну, попробуем что-нибудь H3, может быть, здесь G4 такую острую сыграть. Конь D2, допустим, пока. То есть, если он рокировка, я сразу G4 планирую полететь. G4, конь F1, конь G3, G5. А он, видимо, ждет, чтобы я рокировку сделал, и пойти G5. Но я пока рокировку не буду делать. То есть, это такая интересная игра начинается. Кто первый рокирует? Но он все еще не хочет это делать, но я тогда пока не буду. Но пока пойду слон B3, чтобы D5 без темпа было. Скорее всего, да, здесь придется уже рокировать и получаем какую-то более-менее стандартную позицию, где, наверное, я могу D4 пойти, хотя не уверен, что это хорошая идея. Но вообще, в целом, если я D4 успеваю первым провести, то, по идее, у меня должен быть некоторый перевес. 5, вот пока немножко пространство захватил. Но в целом, мне моя позиция уже начинает нравиться. То есть, ЕДЦД вроде как на Е4 но особо атаковать не может. Скорее всего, надо как-то конь H5, может быть, пойти конь F4 или конь F4 сразу. Ну, конь H7, да, тоже такая идея. Но тут я, наверное, могу побить и потом конем C4 выскочить. То есть он бьет, я бью. Тут, конечно, по-разному, да, можно так, можно ладья E5 тоже можно было. Но в целом, мне кажется, мне тут поприятнее немножко. Хотя, конечно, ничего серьезного нет. Но следующий ход слон E3, мне надо, наверное, выменить этого слона, потому что на F2 довольно неприятное давление. Ему, возможно, стоит слон E6 пойти. С другой стороны, могу ли я пешку забрать? Вот в этом вопрос. На E5. Тогда слон B3, да. То есть, видимо, не могу пока. Ну, пойдем слон E3, ладно. Пока ничего не вижу. Конкретно следуем плану. Да, съели. Теперь слоном на e3 пьют, я ладья e3 хожу, потом ладью на d3. И... Но эта связка пока она меня не особо колышет, скажем так. Здесь ладья d3, съели. Потом следующий ход где-то конь d2, если он поменяется конь b3, и конь идет на c5, то есть это пойти, мне кажется, все равно мне поприятнее здесь. Конь f6 я хожу f3, защищаю просто. И в целом... Приятно пойти. Да, он, наверное, правильно делает, что он берет этого коня, чтобы он на c5 не перешел. Теперь надо конь f6, ему надо пойти на d7 прикрыть. И позиция будет примерно равная. Хотя, мне кажется, все равно у меня какое-то давление будет. Ага, то есть он сразу хочет пойти... Ну, ладья d7, ладья e7, ладья d8, ладья e8. И вроде бы ничего у меня там нет. Да? Ну, ладно, тогда я тоже пока подведу короля. Почему бы и нет? Чтобы поменяться, надо еще f6 пойти, чтобы пешка на f7 не висела. Но за это время я могу уже 3 f4 как-то успеть. Может быть, хоть какая-то будет у меня игра в той ситуации. То есть h4, допустим. Чтобы конь не выскочил, g3 пойду. Следующий ход король e3. Скорее всего, он g5 пойдет. И там вряд ли у меня что-то уже будет серьезно. Ну, ладья d5. Посмотрим, будет он бить или нет. Если будет, тогда c6, хотя бы все пешки у него по белым будут. Может быть, там какие-то шансы у меня будут как-то напрячь немножко. Съели. А вот это, кстати, я не уверен в его решении, потому что теперь пешечник точно ничейный будет. Я далеко не уверен, честно говоря. Ага, он хочет пойти c5.
Теперь слон d5, может, мне... Давайте попробуем с этой стороны зайти. Может быть, как-то туда отправиться. Там сейчас, наверное, какая-то гонка начнется, но по ощущениям... Ну, я как минимум должен быть не... Немедленнее, скажем так. То есть cb, cb, конь c6, слон b5, слон d5, конь b4, слон b7. И он отъедает, конечно, пешку на 5 у меня как-то, наверное. А здесь я, правда, зевнул, что он может король c7 пойти, да, но он тоже не пошел почему-то. Так, это ход какой-то странный. Король f5. Да, на слон 6 было конь c5 и конь e4, видимо, но ну, вот эта позиция выглядит совсем тяжело. То есть король... Я захожу тут и... У него еще эта пешка на c4 очень слабая. На a6, прошу прощения. Ну и по времени он, кажется, проседает. Следующий ход еще h5 хожу. Ну, g5 его, конечно, здесь не спасет, потому что я хожу король g6. И... Так, слон c4, допустим. Король g6. Король h6. Слон a6. Слон b7. А6, и вроде как я выигрываю здесь. Слон на... в таких гонках, конечно, намного сильнее коня оказывается, и ничего он тут не успевает. Но более-менее нормальная партия, где еще я ничего не зевнул, уже считается за успех в этом матче. То есть какой у нас счет получается? 6-0 вроде бы. То есть осталось еще 3 партии дожать. Но мне, честно говоря, даже немножко обидно за Питера, потому что он классный мужик и не заслуживает такого счета. Счет, конечно, не по игре особо, но, с другой стороны, у нас задача выиграть. Так что мы тут особо не будем жаловаться на жизнь. Так, вот эта система такая интересная, с h4. По-моему, надо ходить просто слон g7. И наш 5, слон f5, если ничего не будет. То есть идея, что у меня где-то какой-нибудь 4 какие-то идеи появляются, на c2 напал. С рокировкой ему делать довольно странно, теперь после того, как он пошел h4, h5, да, играют как-то так. Перехожу слон f6. И какой-то там вариант дальше был, никто его не помнит, естественно, но сделаем вид, что так и надо. Конь h4, я уже ход такого не знаю. Сейчас где-то ему имело смысл на c6, мне кажется, пробить и испортить мне структуру, а тут я не совсем понимаю, почему у меня должны быть какие-то проблемы. То есть, на самом деле, после того, как он задвинул пешку на h6, у меня король теперь практически никогда не получит мата, а в каких-то, может быть, эндшпилях позиция будет довольно неприятная для белых. Иногда, когда пешка на h6, она, в принципе, может превратиться в слабость. Здесь, кстати, есть интересный ход слона f5, на котором, мне кажется, опять зевнул. И d3 нельзя, на c3 висит. Ну, на 1 отходить как-то не хочется, а на b5 пойду b6, наверное, и там ладья может где-то провиснуть. Мне кажется, я тут захватил инициативу более-менее. И... Да, ну вот он... Теперь надо, кстати, конь b4 какой-то вариант считать. Б слона 1. Ну, там даже bc. В принципе, у меня и так хорошая позиция особо. Мне кажется, нет нужды мне какие-то тактические перепалки пускаться. Поэтому... Пусть он как-то разовьется сначала. Кстати, c4 интересный ход я здесь, чтобы d3 не пошел никогда. Теперь слон довольно тупой. Он может, конечно, пойти слон a5, слон a3, тогда ферзь a5 даже. То есть позиция, видимо, просто тяжелая, неожиданно стала для белых. Я хожу ферзь d7, у меня d8, b5, a5, b4. У меня очень простой план, а что ему тут делать, не совсем понятно. Еще хочет конь d4, видимо, пойти. Но я пока пойду b5. Чтобы где-то у меня пешка это не провисала. На a4 еще поле b3 ослабляется. Да, но он как-то хочет пойти e4, но ради бога, на e4 я пойду слон g4, и потом конь на e5 у меня еще выйдет. То есть позиция, конечно, не сахар. Ну, он здесь отдает эту пешку, но я сильно сомневаюсь, что здесь будет какая-то серьезная компенсация. То есть конь d4 он, видимо, сейчас хочет пойти. Да, но по крайней мере у него там два слона будет, если он на d3 съест. А он даже не бьет. Ну тогда я слон c4 поставлю. У меня лишняя пешка, она висит на d4, висит на a2. Сейчас слона поставлена на d5. И вообще не понимаю, какие у меня тут могут быть проблемы.
Ну, допустим, съел, пока не понял, чем. То есть слон d6 какой-то есть ход, конечно, ну тогда ферзь d6 вроде ничего. Или ферзь h3 даже может быть. Слон выходит на d5 потом, то есть пешку две лишних, и он еще третий отдает. Надо быть нам жадными окончательно или нет? Слон d5, слон f6, слон gf, ладья. Ну, честно говоря, я в это не верю, прямо скажем. Ну ладно. Посмотрим, что он тут задумал. Съел, но ладья d1, слон e6 у меня будет ход. Тут я зевнул, естественно, на ферзь d5, ладья e8. Поэтому придется эту пешку толкать ферзи. Ну, здесь, конечно, у меня уже безнадежно совсем должно быть. Но если удастся как-то ферзей поменять, может быть, пешку h как-то напасть, тогда, может быть, получше станет. Ладья b6, пока это очень сильный f6. Мат вроде сразу не получает, да, на такой ход, мне кажется, у меня есть ферзь h3. И про ладья e7, да, здесь, конечно, ничего хорошего меня не ждет, прямо скажем. Но вроде сразу не проигрываю. Очень важно эту корневую пешку отъесть, да. Ну, он как-то пытается меня отвлечь, но как раз ладья на f8 у меня лучше стоит с точки зрения, что она защищает. Ну, так пешку он не защитит, то есть на h6 я уже отъедаю. Ну и там, в принципе, у меня позиция не настолько будет отвратительная, хотя ладья c7 и на f7 висит, видимо. Или не висит. Сладею все, ладею все. Ну ладно, пока съели. Все равно выбора у меня особо нет, я думаю, еще времени мало. А, он еще не берет. Ну тогда, кстати, может. А, ладью я зеваю. Ну ладно. Тут я сдамся, если я найду кнопку, как сдаться. Потому что я здесь первый раз играю, честно говоря. Наверное, где-то здесь нет. Кстати, было бы неплохо, если бы мне подсказали, где эта кнопка сдаться. Но я ее пока не вижу. Ну ладно, будем считать, что я потянул время в стиле Накамуры. Хотя здесь, конечно, это особо не надо, но партия, конечно, отвратительная в очередной раз. Хочется надеяться достойно в одну партию сыграть. Так, ну пидор, видно, уже настроен агрессивно, f5 ход такой. Мне кажется, не совсем его стиль, но ладно, если он хочет агрессивно, мы тоже не против. Сейчас мы сыграем d3, с еще ходом d4. То есть идея такая, что мы хотим пойти e4. Он ходит конь c6, идея e4, смотрите, d5, но теперь конь c6 неудачно стоит. В принципе, довольно удачная версия, мне кажется, для белых. То есть d5 мне ход уже не очень нравится. Здесь пока мы съедим, и поле e5, у нас очень приятная позиция, мне кажется. Ничего серьезного нету, но в целом бить он практически никогда не может. Еф там будет слабости куча, а так мы как-то c4 сейчас пойдем. c4, кстати, я ход не уверен, потому что открываем позицию, даем какие-то поля. Да, и теперь еще еф появляется ход. c4 ход, конечно, с позиционной точки зрения ужасный. Я забыл, что он может на такую структуру пойти. Но с другой стороны, пока все равно еще ничего критичного, наверное, не произошло. Но я, да, без пешки здесь остаюсь. Ну ладно, с другой стороны, компенсация какая-то есть. То есть пешка на e6 слабая. Может быть, что-то мне здесь удастся предпринять. Пока пойду h3, что матов никаких не было, и конь h4 не скакала. То есть идея такая, что у него лишняя пешка, но, по крайней мере, ему теперь как-то надо защищаться. Возможно. Возможно, уже и нет. Ну ладно, придется нам смириться, что пешка это потеряна. Будем как-то контратаковать. Важно, что на короле f7 теперь конь e5 все время какие-то угрозы есть. Потенциальные, скажем так. Но этот ход мне не очень нравится, потому что я могу съесть, ладья e7 пойти. И с ладьей на e7 у меня, может быть, уже не так все плохо будет. Ну, то есть он просто пешку отдает, получается, но теперь-то у меня сильно хуже не должно быть. Пешка на f5 довольно слабая, то есть мне кажется, у меня все время будет здесь контра против короля, то есть h4, h5, h6 какой-то план сейчас появляется.
примерно то, что он делал в предыдущей партии. Вот. Ну, допустим, короче, два пока. Ничего не портящий ход. Ему тоже не так просто надвинуться, потому что как только он начнет пешки эти двигать, они станут объектами для атаки. Поэтому, в принципе, конь e4 ход такой довольно агрессивный. Ну, где-то 2 вряд ли грозит. Ну, давайте покажи 4, пойдем. На g6 теперь, может быть, я съем к ладья e5 пойду. В принципе, конь e4 стоит, конечно, неплохо, но позволяет мне какую-то серьезную контру получить. Угу. То есть это, он говорит, что это была провокация такая с его стороны. Теперь у меня пешка f слабая. Ну ладно, пока съем. И пойду как-нибудь, типа, король f3, пока укреплюсь. Конечно, стройные пешки здесь вряд ли мне какой-то перевес дадут, но с другой стороны, сильно хуже у меня тоже не должно быть. Так. Ну, вообще, правда, теперь мне очень сложно какой-то конструктивный план придумать. Может быть, мне надо коня перевести на g4 и попытаться f6 протолкнуть. Пока так пойду. Не совсем понимаю, что он тут хочет. Да, так, я ладья e3 тогда. И коня на e5. То есть, ну, как-то более-менее укрепился. И дело вид, что у меня лишняя пешка, и за счет этого должно быть лучше. Хотя, конечно, вряд ли так оно и есть. Так, ну, конь g4, на f5 пока возьмем. Ну, пока ладья c2, допустим, пошел какой-то такой нейтральный ход. Смотрю, что он собирается делать. Если ладья на 5 уйдет, тогда конь g4 уже хочу пойти. Ну и как-то хоть какой-то прессинг, не знаю, как-то попытаться использовать эти 3 лишних пешки. 3 пешки по линии F не лишние, к сожалению. Вот, так, теперь он ходит сюда, ну... Кстати, интересный вопрос, пешеный эндж, не пешеный, а коневой, чью пользу будет. Так, ну ладно, что-то я начинаю по времени опять приседать. Не знаю ответа на этот вопрос, поэтому пока так сыграю. Типа, на ладья d2, ладья h4, h6, как-то ладья b4 может быть. Тоже, конечно, не выглядит прям уж так перспективно, но... Конь g4, конь d5, конь e3, конь c3. Ну ладно, пока так, пошел на пешку напал, посмотрим, что тут будет делать. И съел эту пешку. И как-то ладью сюда пошел. Теперь у него король не выходит. И конь тоже, кстати, не выходит, что немаловажно. Скорее всего, да, ему на атак пойти. И теперь А4 как-то. Но я пока вроде пешку не даю ему провести. Конь D5, кстати, еще есть. А, он даже так ходит. Интересно. Так, ну ладно, все, я замолкаю, потому что... Сейчас уже начинается какая-то благорубка легкая. Я бы, кстати, предложил ничью, если бы я знал как. Но я не знаю просто, как ничью предложить. И я должен буду перед ним извиниться, потому что наверняка мне это ничью предлагал, но я даже не понял, как на нее согласиться. Поэтому в следующий раз мне надо будет, конечно, получше подготовиться. И выяснить, где какие кнопки нажимать. Я, кстати, не удивлюсь, если он сейчас просто не станет со мной играть, скажет, что я грязный флагоруб и так далее. Потому что, ну, с моей стороны, это, конечно, выглядит все очень грязно, в том плане, что я, во-первых, когда проиграл, я 30 секунд ждал и не сдавался, во-вторых, я не согласился на ничего в этой позиции, и, в общем, мне сейчас очень стыдно. И, видимо, он просто не хочет со мной играть больше. Что, в принципе, довольно логично с его стороны. Но сейчас посмотрим, чем пауза вызвана.
Я тогда свяжусь с нашим... А, нет, все, пока сейчас начинаем. Ладно, пока тогда укрепляемся немножко. Мне даже самому, честно говоря, эта ситуация немножко настроение подпортила, потому что со стороны я всегда против таких грязных флагорубок. И надеюсь, что меня поймут и простят. Вот это такой старый-старый вариант. Игрался 1000 лет назад, но здесь, по-моему, есть прикольный ход конь d7 с идеей e5. Да, слон d2, по-моему, опять надо пойти, чтобы b4, а4 остановить план. И на ход a3 уже тогда e5 как-то ходить. Где-то, кажется, на d, конь g4, она две сразу напал. И вроде у меня там все должно быть хорошо. Но правда, он мне дает пойти g6, слон g7, то есть все это подготовит дело. Может быть, мне даже торопиться некуда. Потому что, насколько я помню, белые как-то стараются более принципиально там играть, типа конь e5, f4 сразу пойти. Он идет на такую позицию, но это немножко странно, потому что почему тогда он сразу не пошел, зачем мне g6 дал пойти. Теперь грозит c6. Надо как-то мне на это отреагировать, пойду ферзь c7. То есть c6 просто конь b6. Я думаю, что объективно это, конечно, некорректная жертва с его стороны, особенно после того, как мне должен 6 пойти, просто лишний темп. Вот, поэтому... Компенсация здесь не должна быть достаточной. То есть вся идея его жертвы заключается в том, что он может быстро как-то пешки надвинуть. Как раз после того, как я пошел опять, b4 уже не пойти, c6 особо смысла нет, но да, то есть как-то он так будет пытаться. Но теперь у меня, мне кажется, сильный перевод есть где-то конь b8, конь c6, поэтому b4 съел. Допустим, конь b8, конь e5 меня немножко смущает, поэтому пока пойду... Слон h6 тоже заслужит внимания. Ну ладно, конь e4 пока пойду. Так, пока. А, тут я уже зевнул опять. Ну, просто какой-то бред происходит, честно говоря. Ну, позиция, я думаю, что у меня все равно неплохая, честно говоря, но просто смешно. Смешно за всем этим наблюдать. Мне, видимо, очень повезло, что мне попался соперник, который еще более растренирован, чем я. Так, ну пока не знаю, что грозит. Пока так, поглядя b8. Ну, кстати, теперь позиция из выигранной превратилась в очень интересную. Я на самом деле не знаю, кого здесь лучше. Наверное, у белого все-таки поприятнее, но пока пешки никуда не идут. Я, кстати, видел, что конь d7 идея есть такая, и просто забыл, что ладья на b8 меня подвисает. То есть это уже, наверное, зевок 10 за партию примерно. То есть теперь, конечно, это слона я не хотел отдавать совершенно. Но он, кстати, его не берет, что довольно интересно. Мне кажется, ему надо было съесть, потому что теперь у меня слон выходит, и какая-то контра здесь появляется. Как раз слон c8 мне не так важен. А тут он зевнул просто, да? То есть слон h2 шах, и теперь конь d2 или конь f2. Да. Этот человек две 700 у него было, по-моему, почти уверен. Ну и у меня под 700 было, так что хочется верить, что если я вдруг отберу сейчас, то есть мне полочка еще надо набрать, тогда к следующему матчу я подойду более готовленным. По крайней мере, я выучу, как сдаваться и соглашаться на ничью. Ну, b3 такой вариант, конечно, без претензий, но периодически так играют сильные люди, там, Чабао, Артемьев, то есть не такой простой вариант, как кажется. И, кстати, слон d6 тоже довольно принципиальное возражение, то есть черные пытаются все поставить довольно правильно. И думаю, что, конечно, никаких проблем здесь не должно быть. Он, наверное, хотел пойти e4, поэтому я съел, чтобы у меня слон там не застрял. Теперь
мы получаем такую позицию Берлина подобного типа, где испанки белый бьют на c6. И считается, что ничего здесь особо нету у белых, но вообще мне кажется, что блиц такие структуры немножко проще мне играть, потому что теперь конь g2, король f1, слон h3, король g1, и конь на g2 просто ничего особо не делает. Ну, он, видимо, уже такой деспирадо называется, отчаянное решение. Ну, кстати, довольно занятно, что коня мне не так просто этого будет съесть на g1, на g2. С другой стороны, у него атаки тоже особо нет. Единственное, что где-то он может быть слон c5, как-то на f2 подключится. То есть на f2 мне надо будет важное решение принять. Теоретически, кстати, я даже могу съесть конем, он ходит слон g4, я бью на g2. Да, но так, наверное, сильнее он сыграл. Хотел пойти конь h4, но забыл, что там конь на g2 стоит. Вообще, кстати, позиция мне перестала нравиться, честно скажу. Да, по линии f довольно неприятное давление здесь. И теперь мне надо что-то срочно делать с этим. Наверное, надо уже бить мне. И просто выменивать этого коня, потому что иначе я не совсем понимаю, как мне тут развиться. То есть идея такая, что я хочу поставить... С другой стороны, если я выменю этого коня, то есть с таким королем у меня будет безнадежно совсем, поэтому... Ну, не безнадежно, но тяжелая позиция. Поэтому я пойду на жертву ферзя. Так, то есть теперь я провоцирую на слон g4, король g2 хожу. Но он даже не идет на этот вариант. Но тогда я хожу конь d2. Вроде пока... Мата нет, но позиция, конечно, вызывает серьезные опасения, прямо скажем. Вот d2 где-нибудь, слон c5, какие-нибудь такие удары витают. Вот и конь может отскочить, и потом по линии g мне мат. Конь h4, не удивлюсь, если сейчас выигрывает просто g, просто ферзь h4. То есть, когда все фигуры атакуют, а на конь f4 что-то похожее, в принципе, да. Теперь еф, если он пойдет, ну, хочет пойти f3, еще он хочет пойти ладья g5. Поэтому мне там надо будет что-то предпринять серьезное. Но, да, на такую позицию я более-менее должен идти. Теперь, что грозит? Ладья g4, наверное, грозит, хотя тоже не уверен. Ну, идея в том, что ему, конечно, проще намного играть, но и блиц... Позиция должна быть тяжелой. Но вроде я пока могу f3 попытаться убежать королем. То есть на слон c5 я просто бью пока... И ферзь f2 хожу. И вроде мата у меня там нету. Хотя тоже, конечно, ничего хорошего меня там не ждет, наверное, но... Потому что пешка на c2 провисает, в этом проблема. Но с другой стороны, что мне еще... Не, ну, конь f27 не вариант, то есть я должен бить, ферзь f2 ходить. Ой-ой-ой, я еще забыл, что ферзь g5 было. Ну ладно, ферзь g5 вроде не проходило. Вот это красивая победа, ладья g4, просто браво. Так, теперь мне срочно надо найти кнопку, как тут сдаться. Ну ладно, даже не буду сдаваться, пусть мат поставит мне тогда. Эффектный мат. Красивая атака получилась. Я недооценил вот этот вариант конь g2, честно скажу. Мне казалось, что там все должно быть хорошо, но неожиданно конь на g2 оказался очень сильным и неприятным. Так, ну мне надо сделать ничью, правильно я понимаю? Тогда надо проверенное оружие, ферзевый гамбит сыграем. Если он, конечно, мне позволит. Ну, он играет каталон, но... Это тоже дебют, в принципе, который довольно плотный за черным. Сейчас посмотрим. Тут еще b3, конечно, у него идея есть, а он d3 ходит. Так, по-моему, кто-то играл из сильных ребят. Идея такая, что на c5 мы ходим как-то конь e5, что ли. То есть, ну, теорию я здесь не знаю, честно говоря. Пойду конь c6. Собью его с подготовки, так скажем. Если она какая-либо была. Да, слон f4, но пока h6. То есть, скорее всего, в какой-то момент мне придется d4 ходить и переходить, попытаться перейти к каким-то
структурам типа Бинони. Какой-нибудь B5 хочет пока, A6. То есть позиция, видимо, не очень приятная, я, скорее всего, не уравнял, но с другой стороны, довольно крепкая. CD, кстати, мне ход совсем не нравится. Здесь, мне кажется, у меня должно быть все более чем в порядке. Видимо, он хочет пойти E4 сейчас. Ну, там даже D4, потом C5. Ну, да, вот этот вариант, который он разыграл, мне совсем не нравится. Мне кажется, теперь у меня никаких проблем нет совершенно. Ему, конечно, не следовало бить. Надо было подождать немножко. С другой стороны, теперь, может быть, он где-то хочет пойти d4, e4. Ну, тогда это ослабляет все поля, поэтому я такой сделаю ход немного вызывающий, b5. Но идея у меня простая. Хочу пойти слон b7, c5 и начать надвигаться. А что ему делать, не совсем понятно. Ну, вот, да, какой-то такой полупассив уходит, но сомневаюсь, что это хорошая идея. То есть на А4 всегда у меня B4 будет, да. Пока просто ферзь D7, ладья D8, ладья C8, подведем всех, чтобы ничего не висело. И будем играть такую позицию. Единственное, что на ладья D8, на слон А5 все время какой-то неприятный ресурс. А можно попробовать в его стиле, кстати, начать атаку. D5 пойти и на E4, F5 попробую. В смысле D4, прошу прощения. С позиционной точки зрения мне это все не очень нравится, но с другой стороны у нас есть некоторый запас, так что почему бы и нет. И на e4, f5, а если бьет, ну, cd, наверное. У него довольно пассивно все фигуры стоят, мне кажется, у меня здесь хорошая позиция. Единственное, что мне надо определиться теперь, нужно ли мне менять ладьи или нет. Мне кажется, что пока я могу с этим повременить. Идея такая, что на конь f4 у меня все время конь g5 будет ход важный. Если я все-таки играю на какую-то атаку. Да, на h4 как раз именно с такой идеей ход. Теперь слон a3, мне кажется, довольно неприятно. Ему надо определиться, что он с ладьей это будет. Потому что на ладья c2, мне кажется, у меня есть ход ферзь f3, да, а на такой ход... Правда, теперь у меня b4 где-то слон может подвиснуть, поэтому пока слон d6 пойду, чтобы конь f4 не было. Да, здесь, может, я все равно могу войти ферзь f3. Напал на d3, и что ему делать? Ну, он идет на такую позицию, но она просто должна быть прилично похуже. Наверное, я съем слона. Чтобы, если gf, как-то играть такую с конем позицию. Правда, теперь ладья c1 еще грозит. И f5 немножко подраживает. Мне кажется, важнее линию c захватить. Ну, и тут что-то я не то сделал немножко. Но с другой стороны, структурно у меня должна быть хорошая позиция. Теперь на ладья c1, конь e7 я могу поменяться. С другой стороны, он теперь, да, королем на e4 выходит, и, скорее всего, у него особо проблем. Еще f6, конечно, ход довольно неприятный. Кажется, h5 важно пойти, чтобы ничего такого не было. Не совсем понимаю, почему короля решил таким образом перевести, но так, наверное, тоже можно. Кстати, неожиданно как-то мне перестал нравиться позиция. Ладья d8, то есть на ладья c1, а теперь ладья d6 попробую так поставить. И он даже за этой пешкой заходит. Ну так, конечно, вряд ли ему удастся что-то достичь. Скорее всего, я тут ему мат поставлю просто. Ну, если он будет продолжать гнуть свою линию, которая, мне кажется, не очень перспективной, скажем так. Ну, это даже как, он не 7, слон b4, да? Ну, а пока так пойду. Ладья c2, может быть, где-то хочу пойти. Все-таки белым тоже не совсем понятно, что тут делать. Но, скорее всего, опять начнется какая-то флагорубка, и пока я был быстрее в этой игре. Ну, и появится, мне кажется, у меня все-таки лучше должна быть. 4 b6. Теперь важно мне успеть пойти опять. И теперь, по сути, у него вообще никакой контр-игры нет. И конь e7 следующий ход. Ну так, я теперь съел. Пошел, допустим, f6. Опять он куда-то королем залетает, не совсем понятно куда. Да. f5. Съел слона. Спасибо. И, насколько я понимаю, это завершает матч. Ну, что я могу сказать?
Thanks, man. I mean, this was the worst match ever, I'm pretty sure. I have much. And I'm really sorry. Could you please tell Peter that I didn't know how to resign or accept a draw if he ever offered me? Yeah. Did he offer me a draw when I flagged him, like, in some of the games? He never offered? Okay. Because I felt really, really bad about it. I would have accepted, of course. Yeah. 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 Well, it's been fun. Yeah, I only hope I'll play better next time, because this was kind of embarrassing, to be honest. Thanks, man. Take care. Bye-bye.